как некоторые меня называют. Хочется прочитать несколько стихов. Я очень часто делаю это на Тюменском Арбате. И сейчас, я думаю, очень-очень подходящий случай. Светит ясно в небе солнце, а в росе блестит трава. Этот взор за оконца, он написан для тебя. Для тебя, родная мама, для тебя есть все вокруг. Поле, небо с облаками и весенний поцелуй. Берега, моря и страны, радость и юность и тепло. Без тебя, родная мама, в жизни было бы нелегко. Было бы в мире все иначе, было просто не светло. Без тебя, родная мама, ничего бы не жило. Все, что происходит с нами, мы как-то странно делим пополам. Если радость, празднуем с друзьями, а с бедой приходим к матерям. Заняты работой и делами, день за днем в потоке суеты, мы не часто думаем о маме, слишком редко дарим ей цветы. А мама все равно нас любит, что бы ни случилось, не предаст. Все простит, обиды все забудет, руку, душу, сердце. Все отдаст. Хочу сказать вам о том, что я очень-очень сильно люблю свою маму. Мама, спасибо тебе огромное, что ты сегодня пришла ко мне на Тюменский Арбат. Хочется вам сказать о том, позвоните сейчас все своей маме и скажите о том, как вы сильно ее любите. Мамочка, можно тебя сюда, пожалуйста? Я хочу, чтобы ты у меня чаще улыбалась и плакала только от счастья. Я сама у тебя петь не умею, так что я попросила прекрасную Анечку спеть для тебя песню. Эта песня тоже для тебя. Жизнь подарила.
нашей жизни. Еще раз говорю вам о том, позвоните своей маме и скажите ей о том, как вы сильно ее любите. Ведь ей это очень, очень будет приятно. Для мамы самое главное знать, что ее ребенок ее любит. Ну, а с вами была я, Марина Вишневская или Елена Вышенская. Кому как удобно, кому как привычнее. Тюменский Арбат Содружества в следующую субботу с 2 до 5, как обычно, именно здесь, на этом месте. Творческие подарки от нас, вокальные, танцевальные, стихотворные выступления, розыгрыши призов и подарков ждут вас. Обязательно приходите, мы будем рады вас видеть. До скорых встреч!